Нотариусы Брестского нотариального округа к Международному дню защиты детей провели акцию по бесплатному консультированию. В этот день специалисты общались с жителями региона по телефону и помогали им в решении нотариальных вопросов. Обратиться на прямые линии могли как физические, так и юридические лица. В этот день проводили бесплатные консультации по совершению нотариальных действий в сфере брачно-семейных отношений и защиты прав детей, в том числе оформление наследственных прав, удостоверение доверенности и брачных договоров, соглашения о детях и уплате алиментов. Очень востребовано сейчас такое соглашение. Больше появилось желающих его заключить, как соглашение о детях. Это соглашение могут заключить не только... Раньше могли только супруги, теперь уже это соглашение могут оформить дети, родители несовершеннолетних детей. То есть они могут прописать порядок, с кем будет проживать ребенок, как они его будут воспитывать, как ребенок будет выезжать за границу, какие кружки будут посещать. Допустим, можно даже договориться, как ребенка они будут обеспечивать в будущем, когда он даже будет совершеннолетним, но на время обучения его, допустим, в высшем учебном заведении или другом учебном заведении, все это можно тоже оформить, прописать в соглашении. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан.